приветствую вас в этой новой видеоистории. Большим удовольствием рада встрече с вами. И вдохновением для создания этого сюжета послужила, конечно же, осень. Я могу сказать, что я не всегда любила осень, и были моменты моей жизни, когда осень меня очень угнетала и вселяла чувство какой-то опустошенности. Конечно, такое отношение к осени не безосновательно, потому что все-таки увядание природы, погода портится и становится много пасмурных, таких вот холодных, промозглых дней. Все листья с деревьев облетают, мы хотим как-то больше находиться дома. Но постепенно я изменила свое отношение к осенним дням, и можно сказать, что осень – это одно из, мое самое любимое время года. И вот последний шанс полюбоваться красивой осенью – это октябрь. И я не упускала возможности позавтракать или выпить чаю на террасе, пока погода позволяет. Сейчас сложно представить комфортную жизнь без робота-пылесоса, особенно для тех, у кого нет времени на уборку и есть домашние животные. Хочу поделиться с вами впечатлениями от нашего нового пылесоса Viomi SE – умный робот-пылесос, созданный для влажной и сухой уборки. Пылесос точно сканирует и строит карту помещения при помощи 12 датчиков и лазера. Они же помогают ему проложить максимально удобный маршрут и обойти препятствия и не упасть с высоты. У данной модели очень хорошая комплектация. Есть запасные щетки и тряпочки. Мне, как любителю всего красивого, очень понравился дизайн данного пылесоса. Во-первых, он в белом корпусе с составками из такого розового золота. Очень удобно, что у пылесоса один контейнер, который с одной стороны заливается вода для влажной уборки, а в другой собирается мусор. И это облегчает уход за пылесосом. Для удобства управления есть мобильное приложение Mi Home. В приложении робот сохраняет карту помещения. А также при помощи него можно разграничивать уборку в разных помещениях, например, в кухне и спальне, сделать уборку по расписанию, по дням, по типу уборки. Если на кухне нужна влажная уборка, а в спальне из-за ковра сухая, то это сделать очень просто. Запускать уборку можно дистанционно, пока мы едем домой или гуляем с детьми, и приехать уже в чистый дом. Мне нравится, что этот пылесос работает достаточно тихо, если сравнивать с теми пылесосами, которые у меня были до него.
Кстати, в приложении можно задавать мощность всасывания и интенсивность смачивания микрофибры при влажной уборке. Всего существует 4 режима для сухой уборки и 3 уровня для влажной. Он отлично убирается в труднодоступных местах, например, под кроватью или под диваном, и заезжает туда без каких-либо проблем. Viomi SE проходит комнату по Y-образной траектории. Получается, вместо одного раза он проходит все участки дважды, что улучшает качество уборки. И очень мне нравится, что он одновременно проводит и сухую, и влажную уборку. А батарейки хватает полноценно убрать практически весь наш первый этаж, а он достаточно большой. И как же я была удивлена, обнаружив, что пылесос собрал столько пыли и грязи, а ведь в этом помещении я накануне убиралась. С полной уверенностью в нем я могу порекомендовать модель Viomi SE как действительно умного робота-пылесоса, потому что мне на самом деле есть чем сравнивать, и качество уборки здесь на высоте. Ссылку на полное описание модели я оставлю под видео. И вот в ожидании холодов хочется побольше впечатлений получить, побольше погулять в красивых местах. И пока у нас еще не так холодно и вся листва не облетела, мы всей семьей отправились на прогулку в Павловск. Мне очень нравится этот прекрасный исторический парк в области. Он находится, и он мне нравится тем, что в нем всегда небольшое количество посетителей, и с большим, как бы, таким спокойствием можно в нем погулять, особенно если отправиться в него в будний день. Выбрали для поездки, если я не ошибаюсь, по-моему, день вторник, и действительно посетителей было немного, и мне очень радует то, что мы успели, пока листва еще вся не облетела, пока многие цветы, например, розы, еще цвели в Павловске. Это было невероятно красиво. Я не помню, чтобы я попала именно вот в это красивое время в этот парк. Павловск, он достаточно такой скромный парк, но в этом и есть его особая изюминка. Из-за этого я больше всего его люблю, потому что такая скромность его и в то же время невероятная красота отдельных уголков парка заставляет прямо трепетать сердце и душу. И после того, как ты уходишь из этого парка, ты остаешься еще под большим вот этим вот эстетическим таким удовольствием от увиденного. По соседству с Павловском находится Пушкин. Этот парк намного так богаче и пышнее так украшен, там больше архитектуры, но почему-то всегда из парков, из приоритета парков для прогулок я именно вот областных парков выбираю всегда Павловск. Ну, еще он к нам немного ближе, чем Пушкин. Thank you.
отправиться в Павловск, я рассказала своим дочкам, что там можно проехать и покататься на карете, на лошадке. Они очень загорелись этой идеей, и, конечно, первым делом их уже больше ничего не интересовало, как отправиться быстрее к лошадке и быстрее сесть в карету и покататься. Какое-то волшебство. И, казалось бы, ну, я бы никогда не подумала, что вот такое огромное удовольствие доставит вот такая вот, казалось бы, небольшая прогулка по парку вот на запряженном вот таком вот экипаже. Это было потрясающе. И если у вас будет такая возможность, я вам тоже советую именно совершить такую прогулку. И парк откроется совершенно под другим углом. И, ну, в общем, нам очень понравилось. Конечно, осень – это сезонные фрукты и овощи. Вот я наконец-то собрала тыквы с нашего огорода. И еще я очень люблю осенью именно блюда из яблок. Вот как бы карамелизированные яблоки для, например, добавки в кашу. Мне очень нравится, как эти яблоки в сочетании с пшенной кашей. Достаточно почистить несколько яблок, порезать их на такие не очень мелкие, на средние такие кубики, обжарить их на немного смазанной кокосовым маслом сковородке. И в процессе жарки нужно добавить коричневый сахар и корицу. Если яблоки сладкие, то можно коричневый сахар не добавлять. Но все равно чуть-чуть для эффекта такого карамелизации небольшой я все-таки добавляла. Умешивая яблоки, мы добиваемся такого вот золотистого оттенка еще благодаря корице.
Туда можно добавить какие-то орешки. Например, кешью добавляю такие яблоки сверху на кашу. И можно кашу даже больше ничем не приправлять. Это будет просто очень вкусный завтрак и сытный. Хотела попробовать заняться художественной фотографией и фотографировать натюрморт. И я давно вынашивала эту идею, но мне не хватало некоторых деталей для этой задумки. И в этот раз все сложилось. Для моей задумки по винтажным натюрмортам мне нужно было придумать фон. И у нас дома был кусок гипсокартона, и я взяла этот гипсокартон. В строительном магазине приобрели краску из баллончика. Я взяла цвет серый и золотой. Шпаклевку на лист гипсокартона я наносила разными движениями, чтобы создать рельеф. Октябрьских дней мы поехали на блошиный рынок, как всегда, погулять, посмотреть на какие-то красивые вещи и, возможно, отыскать какую-то красоту. Это для меня такой отдых, такое вдохновение. И в одной из лавочек мне попался красивый старинный дамский такой винтажный набор, состоящий из зеркала, шкатулки и расчески. И в этот набор входило вот такое вот зеркало ручное. А сзади у него вышивка. Я все это постаралась снять и почистить. Зеркало немножко здесь нужно еще укрепить. Оно очень сильно ходит. Прям видно, что оно здесь очень ходит. Но вообще оно держится крепко. В набор входила вот такая вот расческа. Хотя вообще это считается щетка для одежды. Но, к сожалению, вот такой вот именно расчески ручной с ручкой в этом наборе не было. Была только вот такая щеточка, как ее называют, для одежды. Но я попробовала ее тоже как следует почистить, полностью отмыть, снова все собрать и даже расчесывать волосы. И вы знаете, мне очень понравилось, как она причесывает. Волосы становятся такими просто невероятно воздушными. И такая вот красивая винтажная шкатулка в таком же стиле, как и все эти три предмета. И после того, как я их приобрела, я, конечно, поняла, что для них мне не хватает какого-то пространства, где бы они гармонично смотрелись. На блошином рынке я также увидела красивый ламберный стол. Это стол, старинный стол для азартных игр. Мне он очень понравился, но когда мы его поближе рассмотрели, муж посмотрел его очень внимательно, он сказал, что он в таком совсем плохом состоянии, и он совершенно не стоит тех средств, которых за него просили, и мы в итоге решили отказаться от него и не покупать. Пошла на доску объявлений посмотреть, что же предлагают там из таких старинных столиков. Я нашла объявление совершенно за полцены от того, что продавалось на блошином рынке. Там был выставлен такой образец старинного столика.
И оказалось, что это не просто столик со зеркалом, а там еще и в наборе идет такая красивая винтажная табуретка, такая вот такая скамейка. И я подумала, что это удивительная находка. Мы в этот же день поехали, забрали эту красоту. Весь этот винтажный уголок я решила поставить в спальне. Освободила для этого место, убрала письменный стол, перенесла его в детскую, потому что в спальне я редко пользуюсь этим рабочим столом. Поставила к детям. А на это место установили лист гипсокартона, который служит фоном. Повесили зеркало, поставили столик. Теперь у меня в этом месте такой винтажный уголок, который мне очень нравится. Я закрываю шторы, делаю здесь фотографии в винтажном стиле. И такая творческая зона моя. Пока я занималась всем этим винтажным уголком, и астры уже отцвели, я приготовила их на семена, засушила в коробке, уберу, и весной можно будет посадить их на рассаду. И вот здесь я поделюсь с вами тем, что я уже попробовала сделать такие вот фотографии в винтажном стиле, напоминающие натюрморт, которые действительно бывает даже сложно отличить от картины. Я хочу одну из таких фотографий распечатать на постер и поместить в раму, повесить у себя где-то. Мне кажется, она очень красиво впишется в интерьер. И такие постеры сейчас отлично заменяют живопись, потому что очень напоминают живопись, если еще добавить какую-то определенную обработку таким фотографиям. И в какой-то красивой раме будет очень красивым украшением интерьера.
И, конечно, осень никуда без вкусной выпечки. Я очень люблю шарлотку. И кто со мной на этом канале уже давно, то в прошлой осенью я делилась рецептом этой шарлотки. Конечно, я стараюсь рецепты немного модернизировать, добавлять что-то новое. Например, в этот раз я экспериментировала и добавляла клетчатку конопляную. Единственное, что я теперь добавляю меньше сахара, но это все зависит от вкуса. Шарлотка очень просто готовится. Ссылка на рецепт будет в подсказке, а также я могу оставить в инфобоксе. Осень – очень творческое время, и мне нравится этот сезон именно за то, что можно окунуться в творчество, и прямо душа поет, как хочется что-то такое новое пробовать, экспериментировать. Очень рада, что вы были со мной в этом видео. И в октябре у меня получилось снять только одну видеоисторию, потому что были разные настроения, а я привыкла снимать только
только когда у меня прилив вдохновения, через силу я делать не могу, потому что это меня очень угнетает, и в итоге получается не то, что я хочу, поэтому я всегда стараюсь создавать видеоистории в хорошем расположении духа, когда я полна энергии. Спасибо, что вы ждете. Благодарю вас за ваши добрые комментарии. Мне всегда очень приятно их читать. Не забывайте подписываться на канал. И до скорой встречи в новом видео.